Привет, привет, ребята! Вы на самом крутом канале Минимакс. И мы играем в классную игру про птиц. Angry Birds. Взрывные птицы. Давай, бабах! Вот это попадание! Вы видели, как оно отбило прямо туда, куда нужно? Попробуем еще раз. Запустим желтого прямо по низу и крушение! Вот это я называю крутой взрыв! Еще и верхнего! Ого! Так мы так разломаем весь замок! Запустим беленькую и отобьем ее, но как-то она не попала. Наверное, там нельзя разрушить. Давай, давай, давай! Падай вниз, свинюшка! У нас осталось последние две птицы. Я применю прицельчик и попаду, пожалуй, прямо туда. Да, ого! Вы видели? Прямо в нее! У нас осталась еще одна птица. И мы получили бонусные баллы. Круто! Но что же ждет нас в следующем раунде? Ого! Это какой-то укрепленный замок. А сзади него непонятные две штуки, которые все перемалывают. Ребята, как же нам пройти этот уровень? Запустим желтого на разведку? Ну, какие-то эти домики слишком твердые. А что вы скажете черному? Баба! Вот это я понимаю. Засасывает домики и перемалывает их. Один почти упал. Давайте поможем ему рухнуть. Ха, прямо в свинюшек. Вот это круто. Осталась последняя. Смотрите, она спряталась внизу. Используем землетрясение. Может быть, получится ее достать. Эх, не получилось. Ну ничего, попробуем еще раз. Давайте-ка кое-что здесь купим. Куплю я суперптицу. И запускаю ее прямо в цель. Лови-ка моего птицу супергероя. Что, все? Серьезно? Я думал, она тут все разнесет. Да она вообще бесполезная. Вот. Вот это уже лучше. Наверное, первая попалась какая-то бракованная. Ого, смотрите, на этом уровне куча стекла. Серьезно, стекло? Да я пробью его очень легко. Вот, смотрите, падает все, взрыв. Вот это нам нравится. Давайте запустим еще одну. Чего? Блин, ну почему так слабо? Давайте третью. Бабах, вот это вот по мне. Оторвали всего кусочек. Давайте последнюю. Попробуем пробить. Ого, вот это круто. Следующий уровень, ребята. Мы устроили такой крутой взрыв. Мне он очень понравился. А вам, ребята? Ого, смотрите. Здесь какие-то навесные башни. Они наклонены и смотрят прямо в землю. Им мешают упасть только шарики. Но ничего, сейчас мы вам поможем, башенки. Запускаем маленького. И он только пошатнул домик. Кстати, эти домики похожи на ракеты, ребята. А вы поняли сразу? Баба, взрыв! Взорвали одну ракету, но все... Ого, еще одного! А я-то думал, что все наши птички никуда не попадут. Но мы взорвали еще одного. Но все равно, ребята, это маловато. Какое крушение! Кажется, я передумал, ребята. Этого вполне хватит. Землетрясение! Ну, блин, падают только те, что на земле. Те, что в воздухе, защищены от землетрясения. Попробуем еще раз. Землетряс! Падайте от двойного землетрясения! Все башни! Ого! Пострадали даже те, что были сверху! Даже их зацепило! Ребята, добьем-ка их птицами! Лови маленькую птичку и взрывайся! Круто! Кстати, смотрите, одна зависла в воздухе, а я возьму прицельчик и запущу точно в цель. Баба! Последнюю, которая пошатнет домик. Но, блин, свинюшка все еще там. Для этого у меня есть еще один прицел и черная птица. Бабах! Лови, получите и распишитесь. Запустим беленькую. Яичко и бабах! Точно в цель! Вот это я называю крутое отпрыгивание! Ура! Мы заработали с вами очень много, целых 3 звезды. А вам понравился этот выпуск? Мне очень понравилось устраивать крутой взрыв. Если понравилось, не забудь поставить лайк и подписаться на канал Минимакс, а также нажать колокольчик.